Всем привет, на mobile.ru работаем как в цирке, вокруг 500 человек, все жаждут подержать гаджет в руках. Это тот самый Asus Transformer Book Trio, гаджет, название которого состоит аж из четырех слов, но, видимо, для ребят из Asus это не предел. В общем, тут у нас сборная солянка, потому что у этого села батарейка, у еще одного, который здесь стоял, сломался механизм. Этот единственный рабочий сэмпл, его вообще не разрешают трогать, потому что, ну, как бы его потрогать можно, подержать, никто нам ничего не скажет, но просят с ним быть максимально аккуратным. А вот тут есть полностью рабочие образцы, их предпочитают туда не доставать. В чем фишка гаджета? Он может работать как ноутбук, как планшет и как стационарный компьютер. В чем мулька? В чем фишка-то вся? Это планшет. Вот два человека нужно, чтобы подключить дисплей к базовой станции. Это ноутбук, а если снять экран, то этот блок можно использовать как системный блок. Здесь есть все необходимые разъемы. Полноценных разъемов, которых здесь нет, они доступны через переходники, которые уже есть в наличии. Короче, сюда, к этой как бы, базовой станции, можно подключить монитор и, по сути, использовать вот эту штуку как... Вот считайте, что это системный блок, фактически компьютер. Здесь стоит процессор Intel Atom и SSD-накопитель. Когда гаджет работает в режиме планшета, когда он работает в режиме ноутбука, он использует процессор Intel 4-го поколения и жесткий диск объемом до 750 гигабайт. Ну, не сказать, что это какая-то супер инновационная штука, то, что здесь придумали третий сценарий, это, конечно, прикольно. Ну и, в общем-то, это все, что я могу сказать по этому поводу. Гаджет тяжеловат, да, так прилично тяжеловат. Механизм превращения в планшет, в общем-то, знаком всем, это просто трансформер, клавиши островного типа, приличных размеров тачпад, без отдельных клавиш, разъемы USB 3.0, micro HDMI тут есть. Еще один USB 3.0. Ну, такой чисто гаджет в стиле Asus. Asus Transformer Book Trio. Android и Windows 8 в одном устройстве.